Сейчас баб будет. А, вы меня шманите уже наконец, пожалуйста. Оставаться с ленточкой страшная. Тебе уже написали, что ли? Блин, раздавай лучше щиты, то кулаки бафал. Экстримка кулаки, океана, ты в РК зашел. Каску. Экстринга, а ты что раздавал? Я сначала бафнул каски, потом вроде хотел кулаки давать, сейчас уже не знаю, монорек думаю дать. Давай теперь ты будешь каски давать. Киана кулак, блин, щит, хулипал придет, будет крест давать. Ладно, погнали, пока так. Все, окей, я каску дам, короче. Молодец. А че у вас случилось там, с каких трайв убиваете боссов? Я же сал, 34-й. Ну, самая первая резко с первого умерла, остальные 3, 4, 5. Самая первая резко с какого трайва были? С третьего? Ты издеваешься? Ты глухой? Нет, я про свою резку. У нас разные резки. Я в одной гильдии просто состою. Блин, думал, что одной. Если твои гичелы будут плюсовать в пугарейд, ты будешь хикать с гильдии? Лок, прощай. Смотря когда это будет. Если я прыгнул в воду и не сгорел. Видишь, человек с волчата Саван еще так бы не додумался сделать. Уровень есть. Давайте бахнем. Давай тильт босса. Хризи. Кстати, Хризи не в РК. Его инет сломался. Он не может зайти. Убили на вторую копию, ладно, погнали. Цирк приехал. У нас есть еще люди в рейде по-прикольному эти метки во тьме выносят. Вот нормально. Я до 11 посижу максимум. Так же. 50 минут это 8 траев. Как раз убьем. Не думаю, что проблемы большие будут. На слабое звено уже знаю. Ну он код какой-то беспонтовый у вас. Да нет, не код. Канобу что ли написать, чтобы за хулипала зашел похилил? А, забыл, меня в черный список добавил. Ты с гильдии кикнул так или нет? Да нет, не кикал. Джо ехал, да? Кай, да. Уехал? Ладно, уехал. За Порошенко проголосовал и уехал. Правильно сделал. Ну, хоть какое-то полезное действие сделал. Киана умирает от Малтара. Так он вроде не за него голосовал.
Ну, не знаю, до туда схвалил. Я его точно кик. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные. Так. Скорее бы эти два додика. Каких? На дебаты вышли. Ну, это деревенский Порошенко, то будет интересно посмотреть. А я тебя прошу. Интересно будет посмотреть. Кого а когда дебаты? Тогда и ману резно, это его опытный город. Блин, у тебя 30% маны. О, мне Маджерик пишет, там нету места сова Эрдру. Маджерик тупой. Оригинал бойко, президент не обогнал. Ну, вот это позор. Мы уже не адепты. Думаю, не будет специально нас вайпать. Он разве адепт так был? О! Длинноухий зашел. О! Да пусть Хантом заходит, я Хампалом зайдусь там, когда нет. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромный... Там же какой-то когда вроде скинулось. Так, каким ему пойти? Ну, сейчас я зайду рядом на Сихофау без КД, то пусть Хантом заходит, ну, на пульщик. Подожди, сейчас я вспомню его ники. Я его путаю всегда с этим Муравиндом, с Ленью. Ну, блин, на ухе есть Муравин. Сейчас панк, рога. А, Лень, это Тщеславие и Керс. А, он, у него только рога есть. Да. ДК с Шамой. А у него или монету? Не помню. Леноухова Н, по-моему. Он зов все забрал. Дай банку. У меня нет банки. Тут у меня здесь банка на ХП. Что-то три лока надо идти. Да, ну какая разница. Ладно, давай поступим по-другому. По сюда, это вот сюда. А какой тут перл? 37. Чешка РДДшная, наверное, кому-то надо. Ваня, ты заходи обратно на ханта, у него нету ханта. Так рогом уже пойдет. Ну что, два роги без хантанором будет? Так разница, главное, чтобы на пуле, там слава сольет. Давайте, экспертное мнение, Джерин, психопата. Хант не нужен? Ну если два роги норм, то хант не нужен. Хорошо. Ладно, заходи тогда на хулипала. Зря тут КД есть, че нету. Говорят, что демонов у нас нет. Нет, тут ХД и обратно на хунта. А, да, да. Там могу шаманом похилить. Хорошо. ХД. А есть, да. А, на это, да, на это, если да. Хули пала. Подождите. Так, Машуленька, что ты хилишь, свет или тьму? Ничего не хилит, я понял. А Фула, ты что хилишь? Ну, наверное, тьму хули. Я там лазил уже. Не понял. Придется мне соло хилить свет. Давно сюда не заходил. Сколько ты не хилил? Год уже или два? День. Не, до того еще, до вчерашнего.
Месяца два-три. В смысле, ты недавно заходил на этого паладина? В смысле? Ну да. Ну, типа, не так уж давно, недели две назад или одну, ты на нем точно сидел. Ну, проверять почту раз в месяц там и играть — это разные вещи. Пати, пати, Альпиш, ты тут? Он в рейд-чат плюсует. Хорошо, Альпич. Продалась ты в РК? Хорошо. Тогда напишите в РК, кто на какой спик ролит. Я понял. Так, по тактике. Даллас, Фула, Манелтер во тьме. Машульничка в свету. Четвертая пати остается добивать големов. Во тьме танчит Хризи, в свету тильт. У нас БДК, без БДК, который танчит во тьме без РК. Мне сейчас типа сзади водить? Или у вас БДК сам говорит? Не, он сейчас сам начнет, просто вы не пуляете раньше времени. Что там, по подланям разобрались? Да. Хорошо. Во тьме диспелит Манелтер в свету. Альпич. Ладно, давайте чекнем. Сейчас я триген мана. В общем, пулять будем как я по этому, по ДБМу, только начиная сначала танк. Просто он без РК, это для него будет команда. Дайте монорик, пожалуйста. А, да, сейчас я монорик раздам. Да, я про шаману тоже. Давай фазу я по дисплею. Сейчас я раздам квесты. Ваня готов. Что там, все в пуле? Да, да. Дали в квадрате, милики, ты шли в квадрат. Шулечка метку. Жаль, метеор. Смотрим, лужа. Лужа в рейде. Мелтер. Дед фрейма сейчас будет метеор. Бежали метеор. Смотрим лужи. Далеко бежим. Уже в рейде. Метка сейчас. Фула, метку выноси. Ждем, пока БДК зайдет без РК. Четвертой пати остаемся добивать големов. Жжем, блядь. Так, Войд, Иннер, Фули. Видите, быстрее кружок, чтоб я отрегенил маму на втором мобе.
Картик когда зайти? Заходите, повороте Т на третьей фазе на стила кинешь шоссе, остальные локи ничего не кидают. Пролите, когда будет 51. Кому залить? Коле. Не надо, я ему залил. Залили мне уже. Тогда машулечки. Просто слот метка. 53. Жал клятву. Но сотрудник до конца до стены не доносит. Это не любит. Пошла третья фаза. Ну и кто не спалит в окно? Прослог в повороте в свет вышли. Прослог в свет. Рост в свету. Повороте метку назад. Это не назад, это влево. Вынес и съебался. Сижай. Во тьме дали рост, РДД, бьем большого голема, милики трэш. Смотрим лужи, лужа течет в рейд. Отошли. Флюгер метка, Менелтер метка. Блять. Экстрим, да? Мелкий трэш бейте, Алена пока не бить, пока 40. Бейте тихо Леона, Клоты, выноси метку. Отошли от фрейма, сейчас побежим, будет метеор. Так, метеор, побежали. Смотрим лужи, Алена все-таки не бить, бейте большого голема. Аюр метка, Элоран метка. Сейчас я умру, наверное. Нет. Бейте взрывом разума, присты. Она просто тает на глазах. Вот метка. Инеры, машулечки заливаем. Стали в квадрат, сейчас побежим, будет метеор. Блин, каплю на тильт сейчас дашь. Побежали, метеор. После луж Альпич поет гимн на ману. Отбежали от лужи, лужа в рейде. Повороте выноси метку. Я диспелю с тебя. Диспелил, забегай. Клота, давай, теперь ты гимн на ману. Даю клятву, прожмись. Было близко, да? 12% утилита. Прослог метка. Трэш добейте, совы. Встали в квадрат. Сейчас побежим, будет метеор. Метеор на танке, смещайтесь в квадрат. Смотрим лужи. Лужи в рейде, наверное. Аюр, выноси метку. Аюр, метку. Плохая лужа. Алена пока не бьем. Добейте трэш, помогите трэш, убить свету. Бейте Халиона, Селфайр метка. Сейчас будет метеор. Квадрат, отходим от фрейма. Побежали метеор. Двойная метка. Халиона свету не бьем, лучше в рейде. Джетспанк метка. Если точка есть, может точка... Гимна хп, Клота. Клота, гимна хп. Нормально, я все держу. Так, давайте забафали машулечку. Флюгер, метка. Ждем 60 и... посмотрим, что будет дальше. Так, метеор побежали.
Ждем по 60, добиваем босса. Давай, отдаю Сакру. Лужа в рейде. Стопайте по Халиону, побейте по Катрэш, когда будет 50, добьем босса. О, у меня мана кончилась, я и забыл. Ух. Перса 40 секунд. Тут минуты. Так. Ибо когда вернет... На милика. Чешо. Шачи? С такой завистью в голосе, да? Чешо ты. 10%. Серьезно? Сейчас я посмотрю. Я просто думал, это какой-то левый чар с 0 ЕП.